Приветствую поклонников серии А, а также персонально Хвичи Кварацхелия. И предлагаю краткие итоги вынесенного матча 21-го тура чемпионата Италии, в котором Сассуоло принимал Наполи. Перед этой игрой у хозяев поля был уволен главный тренер. Однако дебют для исполняющего обязанности оказался катастрофическим. Несмотря на то, что Сассуоло удалось повести в счете уже в 18-й минуте, в дальнейшем команда с юга Италии не оставила абсолютно никаких шансов своим соперникам. Последовательно используя в том числе многочисленные ошибки хозяев поля, сначала Рахмани, а затем дважды Осимен забили три мяча еще до перерыва. А сразу после начала второго тайма вновь Осимен уже при помощи Кварацхелия забил четвертый гол Неаполя на 47-й. Превратив игру фактически в товарищескую. Потому что Сассуоло, который ошибся снова в последнем эпизоде, фактически перестал играть и оказывать серьезное сопротивление. Чем в дальнейшем воспользовался еще и Хвича Кварацхелия, который до финального свистка смог дважды подряд поразить ворота голкипера Консилии. При помощи отличных ударов на 51-й и 75-й минутах, доведя результат игры до 6-1. Звонкая победа Наполи, что называется, прорвало. Много было матчей еще при Мацаре, когда неаполитанцам, на мой взгляд, откровенно не везло. Ведь владели преимуществом, играли на победу по статистике в том числе, но часто довольствовались ничьей, теряли очки. И вот компенсация наконец произошла. Все, что не зашло в ворота ранее, наверное, залетело в этот вечер. И Кварацхелия смог набрать три результативных очка, два гола и один пас. Можно предположить, что теперь коллектив постепенно начнет обретать потерянную уверенность и уже спокойнее будет ждать воскресной игры против Ювентуса.